Мама не в восторге от нового мужа. Собчак не живет с Богомоловым из-за неприязни матери. Мать Ксении, судя по всему, недолюбливает зятя. Ксения Собчак недавно обзавелась новым супругом в лице Константина Богомолова. Но, возможно, мама Ксении не так уж и жалует новоиспеченного зятя. Ведущая построила новый большой дом, в котором также будет проживать и ее мама. Однако Константин там нечастый гость. Вероятно, Собчак не живет с Богомоловым из-за неприязни к нему своей матери. Людмила Борисовна, судя по всему, не в восторге от нового мужа дочери. Она отзывается о нем не слишком лестно, говорит, что видятся они только по праздникам. Также Константин не присутствовал на дне рождения сына Ксении, что, вероятно, могло задеть его бабушку, ведь внук для нее сейчас огромное счастье, с которым она готова проводить все свободное время. А вот в Виторгане Людмила Борисовна напротив души не чает, ведь Максим показывает себя со стороны прекрасного и любящего отца, примерного семьянина, который, несмотря ни на что, проводит очень много времени вместе с сыном. С Виторганом она видится достаточно часто, хотя они с Ксенией уже давно не вместе. Видимо, именно таким, по ее мнению, должен быть супруг ее дочери, заботливый муж и прекрасный отец.